Друзья, подписчики, всем привет! Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом 2020. И мы сегодня приехали на эту чудесную речку, чтобы вас поздравить. К сожалению, шампанского не взяли. Мы за рулем. Это все впереди. Спим. Успеется сегодня вечером. Сегодня вечером будем праздновать Новый год. Так, что хотел еще сказать? Мы хотели пожелать всем, чтобы в следующем году были у всех вот такие щуки, а если связать руки рыбакам, чтобы у них были вот такие глаза, когда они вытаскивают щуку такую. Глаза у щуки или у рыбака? И у щуки, и у рыбака. Чтобы у щуки были такие глаза, а у рыбака еще больше, когда он ее тащит. От радости. От радости. От удивления, что наконец-то я ее поймал. Желаем всех удачи, здоровья и денег побольше. Спорта, новых целей, новых достижений. Не сидеть на месте, путешествовать. В этом году мы устроили поход вокруг Ладоги, а в следующем году придумаем еще интереснее. Если, конечно, берем денег, то дойдем до Белого моря даже. Но если нет, то дойдем до Онеги. Ладно, ребята, всем пока, всех с Новым годом. Ура! Ура!